Ну давай это на убийцу, он рядом. Давай. Тем более так, больше шансов. Как мы его убьем? Тихо. Да, бегут слева. В голову. Ну ты даешь, блин. Дробыш? И мне в голову. Мако. Ну, винтовка. Блять, ну... А почему это так тихо? Беги, беги, беги. Твою мать. Лечись. Ты его можешь что-нибудь кинуть сюда. Давай. Ну, пытаешься меня поднять, может быть? Там можешь сесть чуть ниже. А у тебя снег расщепюга? Слушай. А, блядь. Это... А, тебя будут поджигать. Нет, это похер. Даже если не поджег. Уходи! Господи, господи! Я не понимаю, где я он. Я вышел. А вон он. Блядь, еще один! Здесь рядом! Волчара здесь, возле меня. Меня. Блять. Блять, он меня добил, но я этого убил. Сядь так, чтобы и меня видеть. Вон он! Из этого напарника его видеть. Чтобы он его не поднял. Он там, напротив моего трупа, да, вот где-то там был. Мне это не нравится. У тебя нет, да, некруч? Вроде нет. О, есть. Я знал, ты его всегда берешь. Только я сейчас кашлять буду. И сразу выпрыгивай и стреляй. Попал. Хорош. Блять, можно. Наган не подвел. Все, погнали. Давай, сегодня пиздец холодрыга такая, блин, да? Сегодня. Ну, ну слушай, нас. Ну не на улице, на улице нормально, а вот дома я что-то пиздец замерз. У меня окна были открыты. Меня, блядь, продувало, я там, блядь, позакрывал все окна почти. И сегодня должно быть около 3-4 градусов ночь. Ну, уже. Самая заморский. Холодная ночь, ну вот, которая будет в ближайшие дни. То есть до этого такой не было. И вот я посмотрел еще пару недель вперед. Такой холодный вроде не должно быть. Ну, завтра может быть, но вот по градусам, вот сегодня типа 3-4 градуса, завтра уже потеплее, типа 5-6 будет. Или 8 даже. Ну вот сегодня прям чуть ли не до 3 может опуститься, прикинь, да? Еще батарея не включена, 3 градуса будет. Ну, да, прохладненько. Так что тысяча одеял накидывай на все. Тысяча одеял. Такое, Артем, посмотри на свою кровать, там от допроса так тоненько лежит. Да, окей, окей, хорошо. И еще окно открытое. Да-да-да, на весь только ветрище, такой сквозняк, чуть ли не сдувает. Я такой сижу, да, нормально. Да-да, конечно. А потом... А ну, бля, чё я нахуй заболел? Бля, как же я обожаю старую луку, я забываю, что она есть, господи. Господи, спасибо, что ты есть, подарил нам старую луку. Разработчики, да нет, за что нет. Ну, не понял. Блядь, попали по мне. Так, я попал. Там, походу, еще есть кто-то. Слева, слева. Кого ты попал? Я не понимаю, Артём, где ты, где они? Я попал в... А, в этом... Тут чувак бегал. Опа. Попал. Попал? Попал, хорош. Есть. Убил? Я вроде убил, или ты убил, хз. Ты убил. Так. Тихо! Справа где-то. Там же, за ним. Здесь еще кто-то бегает. Я убил. Ай, блядь, я уже кидаю. А может я не убил? Не понял. Блядь, награду бы взять. А где стреля по тебе? Метку.
Я убил, Не, я вдалеке убил. Аж кто-то стрелял. Сейчас, морюсь. Нет никого. Забыл, ну понимаешь, забыл. Это ты? Нет, не, нет, это в нас. Блять, ну там. Пойдем на выход. Пошли на выход. Они поодаль. Не успеем. Успеем, давай. За лодку спрячемся. А почему мне молния как будто сверху? Давай, 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 за лодку, за мотку. Прячься, все. На мотку, да. Они пока поодали. Один чуть правее на 105. Нифига попал. Блять, все, отходим. Все, надо отходить, Артём. Блять, по мне ранили. Снял. Кто в меня кинул? Ты ему дай просто это динамит, дай ему все. Бля, там тушилка. Твою мать! Отходи! Да блять, ну как так-то? Блять, у меня тушилок. Лучше полечись. И не торопись. Дай тушилку на этого гада. Пусть кашляет. Сейчас есть некоторые, кто меня может поднять. Я на стойкости. Сейчас. Кашляет. Хорош. Фу, наконец-то. Вообще красавчик. Блин. Вроде голова торчит, блять, а. Ломай это говно. Даже попасть не могу. А у этого что? Двустволка и спарк пистолет. Бля, чуть не просрали, слава богу. Зато выбили два отряда. Никого точно нет. Да. Откуда они вообще взялись? Никого не а я сразу думал, ты появились. Что ли прикалываешься, а потом подожди, ядовит. А, нет, ты мог мой яд подобрать. Не, ну вообще-то я прикалывался, но прям там, там прям совпало то, что я прикольнулся и в нас стреляли, короче. Даже не с демоном. Ох, ее масло загорелось. Сливочное. Оливковое. Так. На шахту? Я думаю, да. О, прям перед нами вороны. Прям вообще здесь. О, охотник. В кого? Ты? Я кого? Ты что, убил? Ну я Хэт слышал. Дал. Бабахнул что-то. Я его убил, что ли? Где? Готов. Бля, молодец. Это... Вот, или это вот. Зомби этого... я убил. Ой, блин, тогда... Тогда стой. Что я видел, нет, ты охотника он... убил. Ты охотника положил, хэд дал. Хорош. Да, да, просто, конечно, для вас без шансов было. Да. Когда Миша попадает в голову, это точно без шансов. Это день... Это за... удался, может быть. Да что я мажу в упор? Просто ты привык стрелять вдаль по головам, а не в упор, поэтому и мажешь. Ты какая-то близорукость и дальнозоркость. Да, моя специальность. Я так же. Миопия, гиперметропия. Ну что, давай, начинаем. Блять, тебя сзади прилетело. Окей. Я вкалываюсь. Нам кидают мух. Входим. Хожу. Мухожук. Вон. Я не вижу. Двое там. Окей. Это я промазал. Есть. Прикинь, умер охотник, и мне все здоровье восстановили. У тебя был навык буйства. Круто. Блять, только в меня еще кто-то стрелял. Может это эти с награды?
Тут еще один чувак-то есть. Тут прямо передо мной. Сейчас я обойду с другой стороны. Где он перед тобой? На камнях, на этих. Ага, вижу. Блять. Он на меня пока смотрит. Отвлекай его. Блять, мне надо полечиться. На, в башку. Хорош. Что предательски тихо. Меня это бесит. Даже... Блять. Даже вдалеке не слышно. Там... Там были какие-то выстрелы, но прям были в самом... Кто что поставил? Карты. Я поставил растяжку. Ага. На этот мостик. Может кто-то будет бежать за нами. И напориться. Обычную? На огонь. О! Бью спину. А похоже с центра. Оттуда. Лечусь. Его походу... Сильно он тебя? Нет, у него обычная конверсия на экспансивных. Походу, это рыбашист. Блять. Я попал. Ну там. Я тоже попал в одного. Он капает. А ты в кого? Там такой чел в этой, в мантии, в черном. Я тебя кинул, куда я попал. Я имею в виду, ты в той же зоне стрелял. А я в этой. Иди сюда, у меня тут ходит. Сейчас мне тут зомби бегают. Вот здесь. Блять! Ну сука, блять, ну как так? Блять, почему так поздно стал убегать? Отходи, отходи! У тебя есть некроч? Нету. Класс, блин. Кинь сразу на меня тушилку, чтобы потом мозга не ебать. Бля, обходит тебе. Сзади бежит, чел. Хорош. Да-да-да, вон там. Хорош. Бей этих песики. Собак. Еще попасть надо. Где ты, блядь? Пиздец, я чуть не умер. Да в смысле, блядь? Ну, Артём, ну, блядь, да я тоже мазал, у меня силы кончились. Я думал, ты их убил уже, блядь. Я уже труп, нахуй. Сейчас я отличусь. Я тебя подниму. Какой отличусь? Сразу поднимай. Сейчас кто-нибудь придет, и ты не успеешь. Сначала напарника, потом себе. Чё, не учились ты? Наоборот. Это тебе не в самолете, сначала себя, потом ребенка. Нам кину газик. У нас было хуже. Если чё, напомни, что у меня кастет на пистолете. И можно этому огненному в зубы давать. Как я тебе, например, бам. Так забавно тебя втычу. Оп. Получай. Оп. Оп, сейчас давно. Оп. У тебя что, одна ячейка осталась? Такой вообще сдох. Ну, где-то... А чё ты молчал?